Басы. Здорово всем, Назарий Петрович. И спустя год я снова решил посмотреть на эту игру, поиграть в нее. Потому что стало интересно, что здесь вообще изменилось. И первое, что я хочу посмотреть, это на автомобиль. Я уже вижу то, что узела, изначально новая моделька. И, кстати, да, я потерял весь свой прогресс. Оп, вот это новое. Это Урал Next, я так понимаю. Его не было, я его не помню. Ебать, это чё на? Сколько он, блядь, стоит? 30 лямов. А, так это поезд. Нормально. Крас какой-то. А, ну и все. Мало чего добавить, честно говоря. Но хоть что-нибудь. Теперь стоит посмотреть на то, как изменилась сама игра. И тут есть новая карта или нет. Вот этого я не помню. Не помню, это было. Drag Racing? Нихуя. Вот эту. Это не помню. По-моему, этого не было тоже. Ралли? Ошалеть. Ну нет, так как я на зеле, мне пусть только в засратов. Поэтому вот я возьму, создам комнату на человек 10. Назову, не знаю. Почему не Иви? 300 минут, поехали. Ёбаный насрал, как же я давно здесь не был. А я забыл, как ездить уже совсем. Ебать. Ебать. А чё он не едет? Стоп, он... Раньше здесь было достаточно легко ехать. Вот такой рейзи. А теперь он еле тащится. Допустим. Хорошо, может быть это нововведение в физике. Я не знаю, что тут вообще изменилось. Я не читал этот апдейт-лог. Ну-ка, если вторую. Ага! А, блядь. Во-во, поехало, пошло-поехало. О, точно! Я сейчас как поставлю колесики заебатые. Сейчас поставлю пиздатые колесики. Я думаю, в этом... Тихо, тормоза! Тормоз, блядь! Ой, ёб твою мать! Воу, тормоза. Ну, слава тебе, господи! Вот интересно, новые грузы добавили или нет? Чё, ничего нового не добавили? Фу ты, блядь. Это мне не надо. Это... Да? Нет. Нет. Ну так вот и поеду. Блять, заправился, неужели? Блять, поехали. О, зашел кто-то. 420. Фу ты, блядь. Все, езжай нахуй. Ехай, блядина. Во, он поехал. Он поехал. Стоило только шины спустить и пониженную передачу врубить. Он поехал. Ебать твой нахуй. Ой-ой-ой, сейчас тот самый мост, я его помню. Он страшный. Хотя я его всегда проходил из происшествий, но на этот раз... Я думаю, он будет с происшествиями. Поехали, на максималочке. Камера. Все, поехали. Тихо, 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 куда, куда? Ёп! Попросил разбрать отец меня дружок. Дал я гарри, так что покраснел мешок. Вроде тихо он сидел и не дрожал, а сзади все сиденья, сука, пристал. Сейчас что-то выкрутил.
Блять! И в воду нахуй! Бам! Хуэ! Нихера себе! Я хочу сказать, что это очень удобно. Секундочку, минуточки. О, меня балдают. Помогите. Короче, это очень удобно. То, что тут можно прям сразу на месте взять груз. Потому что не придется опять на карту там возвращаться, то есть через всю карту возвращаться и брать груз. Вот это удобно. Вот сейчас я чисто ради эксперимента возьму вот это вот, огромную цистерну. И довезу на первую точку. То, что игра мне понравилась. То есть я еще буду после этого не играть, после этого видео, но введение, которое я увидел. Их, конечно, не так уж и много. Ну, может, я просто что-нибудь упустил, но все равно. Не так уж их и много, но они мне нравятся. Короче, я доволен. Поэтому, да. В общем, до новых встреч. До связи. Всем удачи. Всем пока.